Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Да нет, быстрей, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вито, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вито. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должное. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ладно, Скалетто, стреляй! Allora, traditori! Pensavate di poter giocare con noi? Di tradirci? Avete pensato male? Чего ждешь? Vi facciamo vedere noi come trattiamo i traditori! E altri c'è nella resistenza! Rispondetemi, bastardi! Скалетто, сюда! Attenzione! Ah!
слышу! Сейчас, сапары, пенчунеры, фермакары, валезеч! Добрал! Говорит, что я иду. Так не пройти! Похоже, мы нашли пулемет! Берегись! Давай гранату в окно! Тогда вставай и пошли! Сколько патронов будет унесет? Ну, больше не будет! Ничего себе! И поздно! Держи, эй, макаронник, лови! Ну, похоже, нам сюда. Пошли, значит. Черт, не выгорит с балконом. Давай обратно внутрь. Это внутрь! Мы ж тут сдохнем! Машисты! Римру, а мы машисты! Вот так же боти! Там еще есть! Un congego hanno samaritato i cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo.
Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Дон Кало, глава сицилийской мафии. В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита! Я тут! Джо! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего. Вот и он, Empire Bay. Колей, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в окопе. А что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ого, сам Паттон вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских теолог и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение.
Привет, мама. Я вернулся. Рита. Рита, сынок. Ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, как дела? Иди сюда. Садись, садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди полла. Тебе полезно. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Ну, увидимся утром. Спи крепко, бамбино мио. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо? Ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. А мне плевать. Простите. Мне плевать, хоть юбку посмею продайте. Что тут происходит? Рита! Не лезь не в свое дело, Рита! Да ну. Да. Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. Оу, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Рита, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Сколько можно? Ты только что спрашивала. Черт, тебе побери. Да кто тебя в задницу укусил, а? Ты 100 лет уже возишься, мне холодно.